Мур, привет, друзья, с вами Зверько. Что-то давно разработчики не анонсировали новых героев. И вот на этой неделе они представили нам героя-бойца Малайзии, Баданга. Кавабанга. Внешне, этот волосатый дядька стащил руки у Джакса из Mortal Kombat. Давайте посмотрим, что он умеет этими руками. Пассивка. Набив 3 стака, автоатака выстреливает воздушным кулаком, пронизывая противников на пути. На нее действуют статусы и криты. Первый навык. Баданга наносит воздушный удар, который наносит урон всем на своем пути. Вам кажется, я повторяюсь? Потому что навык визуально и технически повторяет пассивку, но наносит больше урона и замедляет врага. Правда, если статусы продолжают работать, то криты на навык не работают. Зато, если мы купим бесконечный бой или пояс, то они сразу же срабатывают на навыке, то есть не надо жать автоатаку. Второй навык. Баданга совершает прыжок вперед, оставляя за собой стену. Это вам не кирпичи откладывать, тут сразу стена зеленая. Попадание также наносит урон. Может накапливаться до 3 раз, что позволяет изолировать противника в треугольнике. Но если вспомнить, как порой мешает Грок, то этот герой будет мешать еще больше. Впрочем, 3 прыжка для него это клево. Ульта. Словно Наталья, Баданга наносит удары по площади. Удары не сильные, но на них работают криты и статусы от предметов. Итак, посмотрим. У нас есть автоатака. Пассивка как удар автоатакой. Навык как дальняя автоатака без крита. Прыжки и много мелких автоатак. Такое себе, если честно. Я считаю скучным автоатакеров, особенно когда навыки это автоатаки. Может у вас другое мнение, напишите в комментариях. А на этом я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!